настоящее, знаешь, вот я вижу сейчас, конечно, благородный театральный вечер, что-то роскошное, что-то потрясающее. А это премьера, это новинка, это платье с эффектом двойки по цене 1790 рублей, номер лота 88-163. При этом у нас еще и двухцветовая вариация с тобой присутствует. Да, и вы видите сейчас, это бежевый цвет, соответственно, и вы видите здесь ткань, которая достаточно плотная. Это говорит о том, да, мы с вами знаем, что плотные ткани очень хорошо рисуют нашу фигуру, рисуют очертания, скрывая все неровности, шероховатости, если они имеются. Ну и далее вот такая кружевная, легчайшая накидка. Как вы знаете, да, мы говорим о том, что кружева у нас изменились в лучшую сторону. Они стали мягкие, они стали гладкие, они воздушные стали, как вы сейчас это видите. Только самые дорогие итальянские кружева имеют именно такую воздушность и легкость. И сейчас, наконец, 21 век дошел до того, что и у нас, в России, стали появляться такие ткани по такой привлекательной цене. Ну и, естественно, это абсолютно вторая полноценная вещь. Болеро, которую вы можете накинуть. Это не пришивная вещь. Нет. Да? То есть это болеро, которое мы вот так легко можем скинуть. Представляете? Же. И вот таким одним движением вы получаете по цене 1790 рублей сразу вот две вещи. Это красивое, достаточно лаконичное, в то же время божественное платье и роскошную вот такую гипюровую накидку или болеро, как его по-другому можно назвать. Более того, платье вы можете выбрать в двух цветах. Черно-белый сейчас появился на заднем фоне нашего подиума. Вот Алена выбрала для себя. И бежевый вариант выбрала для себя Ульяна. А также мы выбрали для себя, чтобы рассматривать ее на нашей демонстрационной вешалке. Давай с тобой как раз и вернемся к тому, как правильно нам сделать выбор. Тем более размер у нас с тобой 48 по 58. Какие лекала здесь использованы, чтобы посмотрел? Да, мы говорим о свободном крое. Я именно такой крой советую с нашим женщинам с роскошными формами. Если мы говорим, что это 50, 58, 60, то, конечно, должно быть платье прямого кроя. Но не бойтесь носить платье. Главное правильно подобрать размер и фасон этого платья. Тем более, давайте еще раз вернемся к нам. Посмотрите, еще раз говорю, прямое платье, миди, но достаточно удлиненный вариант. Скоро от коленки, мне кажется, абсолютно на любом росте. Мы сейчас проверим, конечно. Даже на Алене потом посмотрим. Но для начала, конечно же, длина. Итак, длина у нас очень хорошая. Вот вы видите здесь 103 сантиметра. 103 сантиметра и, естественно, небольшой разрез, чтобы не мешало. Шлиц есть, да. Походка не скована, походка от бедра. Хорошо. И при том у нас сама ткань тянется хорошо, видите? Поэтому нам уже будет комфортно в два раза. Ну и, конечно, мы говорим о лавсане, тот самый материал, который имеет из носа высокую стойкость, понимаете? То есть материал ни в коем случае не перетрется. Его не боится плесень, да, грибки. То есть вот это все мы можем избежать. Но, естественно, он очень быстро сохнет. Далее у нас вот такая пройма, которую мы сейчас тоже измерим, как раз в этом платье это необходимо для того, чтобы сделать дистанционную покупку. Обратите внимание, сюда я сейчас натягиваю пройму. Так. Естественно, давайте я так скажу, вот пройму рукава, чтобы вам было понятно, 26 сантиметров. Да, 26 сантиметров, это значит, у нас хорошая, высокая пройма, очень хорошо и удобно. Еще раз призываю наших покупателей обратить внимание на то, что вы по цене 1790 рублей приобретаете две самостоятельные вещи. Красивую гипюровую накидку, которую вы можете использовать отдельно от нашего платья, и само платье. Все это по цене 1790 рублей. А ведь совсем скоро важные события. Особенно, представляете, если вы работаете педагогом, и вам нужно встретить своих студентов на последнем выпускном вечере. Вот именно такое платье вам пригодится. Тем более, цена сегодня за этот шедевр 1790 рублей.